Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Юри The Professional. Девушки крутятся на фестивале пива. Я вот, знаете, даже представить не могу, что там будет, поэтому поехали смотреть. Октоберфест — крупнейший в мире фестиваль пива. Платформа будет вращаться, нужно на ней удержаться. Девушки уже в настроении и готовы прокатиться на чем угодно. Справа двое синих вываливаются уже с трибун. Девушки-красавицы и так, а для них таки вовсе богини. Употребив жидкую рожь. Подождите, ну по сути же та, которая в серединке, ей же будет проще держаться, разве нет? Не видно кислых рож. За две недели фестиваля употребляется около 7 миллионов литров пива. Закусываются сосисками, иногда даже жареными. Ну, по крайней мере, ен очень идет. Делайте ваши ставки, какая девушка останется на платформе последней. Она с наклоном вниз и довольно скользкая. На каблуках! Одиноким мужчинам здесь было бы гораздо легче. Скидывает туфли, правильно делает, чтобы использовать ступневое трение. Ну каблуки платформа куда? Постепенно ускоряется, но довольно степенно. Степенно? Чтобы дать возможность зрителям рассмотреть девушек повнимательнее. А если укачает? В основном улыбаются, но есть и те, кто всерьез прям намерен победить здесь. Организаторы меняют направление движения, путают девушек, путают лево и право. Одна из них стратежно села по центру, выпирается от других. Видно, блондинка крашеная. Еще двое сейчас ехали там вдали. Очень сильно здесь влияет, какие точки перевешивают, передние или задние. Очень важно девушке иметь здесь крупные основания, чтобы удержаться. Это Я думала, у них будут шортики или что такое, такое под юбкой. Нет! Там, по-моему, даже колготок нет. Блин, ну хотя да, с колготками они бы очень сильно скользили, потому что колготки, они прям вжух, прям буквально. А вот когда у тебя ножки как бы голенькие, без колготочек, вот они, хоть какое-то препятствие имеется. Фундамент, в том числе для крепких отношений. Но и колобком быть нельзя, иначе быстро скатишься. Самые стойкие остались. Не больно. Ну и плюс хитрюга по центру. Молодые люди смотрят на ноги девушки в голубом платье и подумывают рискнуть абсолютно всем. Еще какие-то штуки испытания. На них. Испытания? Девушкам подкатывают какие-то шары. По Одна съезжает и позвонки смещает. Здесь что-то обрезано. Возможно, на камеру попались неприличные ракурсы. Девушек продолжают мучить, пытаются дать им в голову. Вон там позади в будке оператор дергает свой вялый канат. Остались самые мощные. Девушек вяжут. Хурма какая-то. Нечестно, это уже вообще прям... Я думала, их свяжут и потом тянуть, типа, ну, в смысле, не свяжут, а закрепят и потом тянуть будут. Это же совсем нечестно. Просто весь здравый смысл. С каждым ударом ей все веселее. В черном рыбачиха закидывает свою удочку. Остались двое. Умная и нагатая. А, все. Но она не только хитростью берет, когда по центру-то села. Она и без поддержки держится дольше всех. Она-то, может быть, и хотела уже сойти с колеса. Но ее то вяжут. Не, ну оператор этого шарика явно хочет, чтобы она забыла о каком-то конкретном инциденте на этом Октоберфесте. А, блин, вокруг шеи обмоталась. Девушка наконец съезжает. Мужу не повезло. Теперь голова у нее будет болеть постоянно. Слева молодые люди уже наступают. Напряжение нарастает. Что-то грядет. Пока непонятно. На стене написано «Ляхт Шмеля Крабе». Но подождите. Что-то сообщает нам ведущий. Что-то говорит на платформе. Остались какие-то мокрые следы. Я встал с дивана, у меня уже одышка, что делать? Надо узнать, это я уже стал. Экспресс-тесты. Знать, легко прямо от лаборатории. На КР можно то, на КР в 2. На КР удобно. Китайские видео. По ссылке в описании. Так, китайские видео, не японские. Жара. Хочется холодного. У китайцев несколько свой стиль при их закрытом интернете. Постановочные гифки они начали делать очень давно и ушли в этом искусстве уже очень далеко. Что? Нужны деньги из копилки на мороженое. Ну такой специфический стиль, интересно посмотреть, другая культура все-таки. Достает монетки хороший из копилки, пылесос. Правда, у него часы на руке стоят как несколько хороших зарплат. Ну он все-таки тиктокер, видимо, или кто-то.
А монеток из копилки не хватает. Нужно взять деньги из ящика. Он подорвет замок с помощью ментоса. Чтобы не снимать, лишь бы не работать. Довольно иронично звучит от меня. Чуть-чуть денежек и там подворовал. Но проблема, что мама сейчас зайдет домой и узнает, что он взял деньги. Но ему все еще не хватает на мороженое. Недостающую часть средств нужно взять из сейфа. Но сделать это надо быстрее. На мороженку. Наращивается саспенс. Как он потом это типа замазывать будет? Или что? Дошиком? Веревочку. Мама уже у двери. Любопытные замки на отпечатке пальца. Успеет ли он до отвешивания леща? Я знаю, что многим из вас все равно. Но мама ведь увидит, мороженка, что он взял деньги. Там что-то сломалось. Или нет? Как же он выпутается из этой ситуации? Рейнджер. Дырки заделывая жвачкой, ну как бы это видно. Незаметно. Он закрашивает! Мама врывается! Но он успел с деньгами. Мама проверяет, в копилке что-то есть. Он не взял деньги. Но подожди, что это? Мама тоже не умеет открывать копилку. Вскрывает ее. Он заменил монеты на пуговицы, чтобы они звенели внутри. Ах ты гад! Она взяла и распилила копилку. Знаете, мне кажется, ее лучше не злить. Ревизор продолжает работу. Внутри ящика две купюры, как и было. Однако... Однако? Он забыл убрать инструменты. Это одна купюра! Он сложил ее специальным образом. Фак! Но в сейфе-то что-то же осталось? Там купюры. Естественно, дома у тиктокеров есть счетчик банкнот. 10 штук, ой, слава богу. Вроде бы ничего. Однако... А это что? Он взломал машинку. Хватит. Попробуем. 10 штук. Вот как это было. Он взломал. Он напечатал. И взломал машинку. Ради мороженки. Вот это я понимаю стимул, а? Хакер. Поставил 9 купюр, а считает 10. Но узнала мать. Он купил весь контейнер с мороженым. Избегают. Он знает, что она бежит за ним по пятам. Времени мало. Вот он! Он разбирает контейнер. Мать уже близко. Для реализации плана потребуются части двигателя. Например, гофра. Идут тонкие расчеты. Потребуются ровно 4 отверстия. Срочно! Что же он задумал? Что? Мега-труба. Мега-труба. Мороженое обратно. Ага. Мать все ближе. Так. Она готова так. Разорвать так. Его. И тут-то оказалось, он делал это ради других людей, чтобы помочь рабочему на жаре. Это очень добрый тиктокер, благотворитель своей коммуны. Какого хрена я плачу из-за этого? Это так тупо. Но в то же время это так мило. И это мамочка с... Такая, типа... Глаз лишний. Я про... Какого? Лайки, подписка. Так, дорогие друзья, надо растянуть хронометраж. Рубрика левых вертикальных видео. Ну, в лицах легкая асимметрия нужна. Для человечности, так сказать. Да. Супермен, а, типа, летит с его тяжелой ношей. Ответственность. Так, ну и долго я вас не задержу. Вот последний мега-пранк. Челлендж. Кто быстрее? Девушка на лифте или молодой человек по лестнице? Это вот мои попытки зайти к молодежной аудитории. Типа челлендж. Ну, типа не сильно торопится. Видимо, она еще не беременна. Но пока бежит, желаю вам здоровья, добра, любви и, конечно, процветания. И, конечно, денежных средств. Ну вот парень быстрее успел. Однако... Спасибо за внимание. До свидания. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Я просто, знаете, мне довольно часто попадаются китайские тиктоки. Нет, по-моему, корейские больше. По-моему, это корейские видосики какие-то с мега странным каким-то сюжетом. Вот. Но вот такие вот длинные, это прям, знаете, это какой-то нонсенс. И какого хрена я прослезилась на этом? Мне что тебя заставило прослезиться, Лена, из прошлого? Скажи мне, пожалуйста.
Ты не знаешь? Мы только что с тобой профукали неплачабрю в очередной раз. И что ты будешь с этим делать, скажи мне, пожалуйста, а? Вот-вот. Ладно, ребят, спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, вам понравились. Блин, ну на самом деле прикольная... я не знаю, как назвать эту штуку на фестивале певчанском. Когда оно крутится и такое... Ой. Прикольно. Я не знаю, мне нравится. Это прикольно. Типа весело, наверное. Я вот сейчас смотрю... И такая, думаю, преобладающая, наверное, это мужчина. А нет, тут много женщин. Вот, есть женщины, да, то есть тут не только мужчины. Но реально, мне кажется, это прикольно. И наряды у них такие, знаете, мне не очень нравятся, такие тематические. Ну, естественно, не тематические, это же фестиваль. Вот, в общем, было прикольно, Юрий за профессионал. Огромнейшее спасибо за ролик. Все, пока-пока-пока. А, мне недавно сказали, что... Если я не говорю не ставить лайки и подписываться на канал, и писать какой-нибудь комментарий, то этого не нужно делать. Так вот, будет здорово, если ты поставишь лайк, напишешь какой-нибудь комментарий по типу «Ха-ха, я словил этот пикантный момент», когда она, короче, скатывалась, там она прям перевернулась, и там, знаете, что-то было видно. Но тайм-коды оставлять не надо. Не надо. Вот. Лайкосик, подписка будет очень здорово. Колокольчик, что очень важно, потому что если ты его не нажмешь, то YouTube будет бяка и не будет тебе присылать уведомления о том, что вышел новый ролик, а вдруг там что-то будет интересное, ты это пропустишь, потом будешь плакать. А я не хочу, чтобы ты плакал, поэтому нажми на колокольчик. Ладно, все. Спасибо огромное за просмотр и пока-пока. Пока-пока.